Здравствуйте. Друзья, сегодня мы находимся на 7-й, вот тут Терекон, или как, на шахта 7-я, да? Возле Терекона. Здесь маленький такой участочек, где мы сейчас 10 семьям передадим продукты. Скажите, как дела здесь? Очень плохие. Очень плохо. Каждый день бьют. Всю ночь. Воды всю нету. Воду это хоть подвозят. Воду подвозят, света, но вообще вода не бьют. Магазина не было. Магазина у нас вообще нет. Да. Только надо идти до Дэна, а Дэн, кто знает, куда надо идти. И страшно найти, а потому что он вот бьет все время. Как это? Ослевая. Ночь уже сегодня так... такая была, что, не дай бог, 3 часа ночи такое летело, что-то непонятно вообще. Да. Я думала, что и небо падает. Вот это так живем все время. Я выгляну, Лариса, то, что она не будет знать, куда идти. Да, да. Ну, инвалидов много, и у второй группы, и детки в подвалах сидят тут. Ну, давайте сейчас мы вам 10 наборов выдадим. Да, спасибо, смотрите, спасибо. Дай Бог. Здесь отдельно фуры, отдельно получается молоко и колбаса. Угу. Спасибо, спасибо, Андрей, что я его нашла. Да, спасибо. Дай Бог вам всем здоровья. Вот здесь фуры. Угу. Это 5 штук. Угу. Еще. Это ж уже сил никаких нет. Сколько ж можно? Сколько можно? А у меня второй концлагерь. Маленькая была концлагерь была, и сейчас концлагерь. 81 год. Вот здесь молоко. И сил никаких нет. Ой, ой, ой. За что? Кому нам нужно? Кому наша земля нужна? Она нужна, она ее всю жизнь сколько существует, Россия, сколько на нее ездит и ездит, и ездит. Вся нечисть ездит на нее. То есть постоянно вот этот идет шум? Да, да? Постоянно. У нас нет. Да. Бывает так, чуть-чуть затихли, но ну, только выйду на улицу. Вот так и воду привозили, тоже такая же тоже была. А водичка ж нужна, без воды как-то надо хоть немножечко. Уже не побольше. Волного хутона. Это нет, да. Это спасибо людям. Да, конечно. Дай Бог им здоровья. Дай Бог. Тоже оказала ей здоровье. Удачи сами. О, дым куда-то прилетело. Попало. Уже. Да, вон горит, да. А нам сейчас туда ехать. Ну, как-то прорвемся, я думаю. Был магазин, что магазина нет вообще, вообще нам. За хлебом идешь он, под обстрелами. Не просишь, просишь кого-то, чтобы тут батон привезли себе. С хлебом большая проблема. Ой-ой-ой-ой. Вот сегодня всю ночь. Ой, фу, ночью делалось. Ну что ложиться, если все равно не спишь. Подхожу по квартире. Друзья, огромное спасибо вам, низкий поклон. Это не надо, вам спасибо, что вы в ножки кланяемся. Дай вам Бог всего чего. Всего доброго. Друзья, вот сейчас пришлось немножко одеться, потому что здесь очень все неспокойно. Сейчас идет наступление на Маринку, на Авдеевку. Здесь в районе Маринки очень неспокойно. Вон там идет дым, уже куда-то попали. И постоянно прилетают сюда, туда снаряды. Это просто жесть. И вот сейчас, благодаря вам, дорогие друзья и подписчики, мы сюда привезли продукты 25 человек, то есть семьи. Сейчас колбасу доложим сюда. Так, держите колбаску, давайте помогайте выгружать оттуда. Доносите сюда, я со двора буду вам выдавать. Потому что обстрел... Давайте, помогайте все. Я... Давайте, давай, Андрей. Здравствуйте. Давай. Здравствуйте. Давай.
Берите, помогайте, ребята. Что стоит? О! Давайте, девчата помогут. Приходили, многие на работу еще. Ну то понятно. Да, потому что обстрелы. Многие порасходились, потому что обстрелы. Мы вот занесли сейчас продукты. Люди будут приходить, забирать. Спасибо вам огромное. Быть добру. Вам спасибо. Вам спасибо. Ну, здесь, конечно, обстановка очень неспокойная. Вообще не прекращаются обстрелы. Ни ночью даже нет. Спрашивает, как дела, да, как 8 лет тому назад. Нет, пожестче. Да не знаю, первые дни тоже было. Андрюш, еще на засыпку. Вот сейчас люди вот это, да? Потому что вот сейчас перессорились все. Теперь та сторона тоже внизу. Как? Может, ты как-то еще поможешь через время? Через время поможем. Да, все, спасибо. Это потому что сейчас просто-напросто вас собирать в одном месте, это очень опасно. Да, да. Потому что идут обстрелы и идет штурм. Я думаю, закончится, я думаю, немножко подможем еще. Ой, спасибо. Спасибо вам еще раз, друзья. Ну тут реально вы сами видите, что происходит. Андрюш, понимаешь, ты уже один остался, больше никто не...